Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Divinity Original Sin 2. Мы с вами находимся в Форте Радость, где продолжаем зачищать его окрестности. Тут вот не успел сделать один шаг прямо на записи, как на нас напал очередной тут следопыт. Давайте его отправим куда-нибудь к праотцам. Чё он тут вылез-то? Хорош, гори-гори, ясно. Чё-то чувак, по-моему, это... промахнулся. Так. Пойдемте бить его. Серьезно, не хватает очков. Не добежим. А так успели. Так, что у нас тут? Давайте каким-нибудь другим обыскивать, потому что у нас не так и много места. Пила, топор и бутылка воды. Так, а здесь мы уже были. Как ни странно. Ничегошеньки. Опять ничего. Топор. Опа! Ты-то как здесь оказался? Так, там еще внизу что-то есть. А, вон как можно было пройти-то, да? Так, хорошо. А как мост опустить? Оттуда, что ли, как-то надо? Как этот мост работает? Где механизм, который приводит его в движение? Искусственная пила. Магистр дайва. Кого-то расстреливали, что ли? Так, это, конечно, замечательно, но... подождите. Мы тогда отсюда вот здесь выходили. Получается, где-то в самом форте, что ли? Подъемный механизм. Или вот это. Да, смотри-ка, здесь мы можем выйти. А вот и Залискар. Игру сохранили. Замечательно. Приблизившись к вам со спины, Ифан наклонится и шепчет на ухо. Думаю, тут говорить буду я. Он ждет меня. Да иди. Человек в капюшоне источает сдерживаемую угрозу. Когда он поднимает голову, чтобы заговорить с Ифаном, капюшон падает, и вы видите поблескивающий череп нежити. Они говорят напряженно, шепотом.
Так, предмет получен. Ага. Внезапно живой мертвец с костлявой рукой извлекает прямо из воздуха арбалет изысканной работы. Он окутан туманной дымкой, мертвец протягивает его фану вместе с стрелой, издающий омерзительный запах. Не успеваете вы и глаза моргнуть, как арбалет со стрелой оказывает свою фану в заплечном мешке. Собеседники коротко кивают друг другу, разговор окончен. Так. Дали мощный арбалет ему. Окей. Ифан заряжает в арбалет стрелу, вскинув оружие и уперев приклад в плечо, он довольно улыбается, разглядывая украшенные ложи. Потом, приподняв одну бровь, он протягивает арбалет вам, предлагая испробовать. Хочешь сделать первый выстрел из ока тени? Давай ты. Ифан пожимает плечами, потом вновь поднимает арбалет, прицелившись во что-то пушистое и еле различимое вдали, он стреляет. Сырое мясо кролика. Сырое служа стрела устремляется вперед со свистом, преодолевая сопротивление ветра. Она попадает точно в кролика, ее оперение дрожит от удара, а на землю льется кровь. Ифан довольно кивает и отправляется за тушкой. Этот арбалет поможет расправиться с Александром, как и ты. Славное оружие, хорошая вещь. Но во всем Ревелоне нет ничего славного товарища. А, нет ничего лучше славного товарища. Он с улыбкой хлопает вас по спине и убирает арбалет. Значит, друзья, что ж, тогда в дорогу, друг. У меня предчувствие, что нам придется быть отличным оружием. Он круто разворачивается и шагает вперед, опытным взором высматривая опасности на пути. Обернувшись, он взмахом руки приглашает вас следовать за собой, и вы замечаете, как сверкают в сумраке его глаза. Отлично. Что за арбалет там дали? Вот это что ли? Око тени? Ну такое. Минус одно движение, 25 точность. Физическое, колюще. Покров хамелеона. То есть я его не так вообще качать начал, да? Мы ему двуручные. А ему надо было, наверное, дальний бой. Походу, да. Основанный на ловкости. Ему как раз ловкость надо. То есть он арбалетчик так-то вообще. Принц, потаскай, пожалуйста, пока туда, что ли, вот это. Они все равно дофигище весят. Адреналин. Искусство убийства. Ну, это, я так понимаю, ассасин какой-то должен быть. Так вот повеселее будет. Так, а с ним поторговать можно за Лискар? Не стоит меня опасаться, о лакомый комок плоти. В этом болоте есть те, кто кусает больше, чем я. Возможно, я бы даже мог помочь, если бы у тебя были деньги. Интересуешься безделушками древних? По самой выгодной цене, совсем дешево. Вот так вообще. Зови меня Залискар. Все остальное обо мне вас не касается. Мои дела мои, а не ваши.
Хочу тут опасаться. Я вижу перед собой свет, для чего? Исток силен в тебе. Я чую его. Я ощущаю, как он пульсирует с каждым ударом твоего хрупкого сердца. Неподалеку здесь есть такие же, как ты, называют себя Искатели. Я прибыл сюда с ними, но их корабль потопили магистры. Колдуны Истока это. Такие же, как ты. Отыщи их. И, возможно, узнаешь, что ищут они. Где их искать? Те, кто еще живы, прячутся в каком-нибудь святилище посреди болота, бессмысленные и беспощадные. Если повезет, ты найдешь их прежде, чем кто-то другой отыщет тебя. Как он собирается покинуть остров? Если маленьким искателям удастся похитить корабль магистров госпожа Месть, я смогу пробраться на борт. Если нет, я проберусь на борт магистром. Обо мне волноваться не стоит. У меня свои способы. Побеспокойся лучше о себе. Кого я имею в виду? Кто такие древние вообще? Нежить, конечно же. Мы восстаем, мы восстаем. Грядут перемены, ты разве не слышишь шепот могил и дуновение ветра? Пока что тебе незачем это знать, но не стоит беспокоиться, твоя жизнь слишком коротка. А страхи столь же бессмысленны, как у муравья, цепляющийся за былинку на гребне штормовой волны. Ну давай, какие у тебя там вещицы-то есть? Что такое хроненькие знаки сопротивления? Обещанные вечности. Ого! Что-то прям всего надавали там. Свиток воскрешения. 1152! Да вы издеваетесь. Ого. Вот это круто. Сила, военное дело. Гномий посох. Повелитель приливов. Волшебный стежок, интеллект. Что за цены такие? Ну хотя он прям крутой. Доспех из медвежьей шкуры. Металлический щит. Чувак, где взять столько... Я прям даже не знаю вообще, столько денег вообще, откуда это можно взять? То есть вот это вообще 4-5, да? А тут 5 уровень. Да нафиг это надо. 15-16. Так, у кого тут было? Куча всякого барахла. Пойдет. Плюс 19 очков жизни. +3, +4, +23. +4, +16. Изучесть. Двуручный топор. Ну вот этому подошел бы. Сила, военное дело, прям в два раза прям. А, он двуручный, ему одноручный нужен. Двуручный палец. Одноручный. По-моему, вот у него такой дохленький достаточно. Гномий посох. Посох мага. Ну, даже не знаю, честно говоря. Вот колечко, конечно, хорошее. Интеллект 2.10. Амулеты нам вообще не нужны. Ну вот.
Вот это бы я взял, честно говоря. Вот для меня прям вообще шикарно. Ну-ка, 1000. 111. Ну, тут самый дешевый получается. 18-19. 18-19. Ой-ой-ой, не секач, нам вот этот нужен. Лука тени. Лук фигня, стрела фигня. Ну, как-то так, наверное. Ну-ка, где там этот посох-то? Во! Хорош! Такой боевой маг прям уже становится. Балахончик. Так, посох продадим. Собственно, наверное, больше ничего мы и не сделаем, да? Так. На тебе. Пойдет. Фух, хорошо. Так, где мы вообще находимся? Здесь мы наверх можем сходить, да? Мертвые магистры. Dead Magisters. Интересно, кто их убил. Так, а можем вот так вот сделать? Пусто, пусто, щит. Зубы, цветок. А это кто? Головорез. Разлагающийся стрелок. Виндего. Что за Виндего? Когда вы подходите к женщине, Фейн издает судорожный вздох. Обернувшись, вы увидите, что он не сводит с нее глаз. Это она, та самая сморщенная человеческая женщина, которая украла мою маску. Прошу тебя, я должен поговорить с ней. Ну иди поговори. Господин мой владыка, я ли не любила тебя? Я ли не исполняла волю твою? В чем мой грех? Долго ли я буду страдать? Заметив приближение Фейна, она выбрасывает кулак в его сторону, ее лицо багровеет. Это она, женщина, уничтожившая корабль, который шел в Форт Радость. В ее глазах вспыхивает узнавание. Она хочет знать, кто такой Фейн, и что он такой. Создать маску, подобную этой, по ее словам, не под силу никому. На ее вопрос Фейн отвечает своим. Кто она? Кто ее господин? Впрочем, она тоже не говорит желанием давать прямые ответы. Ведьма открывает рот, чтобы заговорить. Но происходит что-то странное, и лицо обмякает. Белки и глаз становятся черными, как ночь. Виндего Фейн. Предатель будет уничтожен. Так, приношу тебе эту жертву. Позволь мне вернуться. Позволь мне снова обрести целостность. Так. Огненный шар. Каменный удар.
Хорош. Так интереснее будет. Давай тогда тоже, во-первых, шандарахнем. Замедление. А во-вторых, сразу вот так сделаем. Потом. Так, не дойдем. Два хода. Нет, сокрушающий не надо. Вот так вот, 23. Теперь. Насыщение огнем. И тотем стихии давайте туда же. Угу. Теперь давайте. Не знаю, вот так прорыв туда сразу. Калечащий не дойдем. Сокрушающий, возможно. Хорош. Давайте вот так пройдем. Вот так сделаем. Потом. Волшебный. Не хватает истоков. Давай вот так, ускорение сделай. Так, следующий. Вот так пойдет. Плюс вот так. Отлично. Сокрушающий. Нокдаун. Вообще отлично. 22. Калечащий. Цель слишком далеко. Крит. Так, а что это? Огненный шар. Наш ход. Отлично. Ценная добыча. Так, что за ценная добыча? А, искать, собирать, бежать. Так, он... Фейн. Общалась с какой-то потусторонней сущностью. То есть с Фейном сейчас, наверное, поговорить надо будет. Давайте сначала ее обыщем. О, да. О, да. Маски перевоплощения Фейна. Изысканный меч. Одноручный. Шлем неопознанный. Ремень. Голова медузы. My false faces. Not as fair as my true visage, but better than being seen as a monster. Так, Фейн, верни свою маску. Закрыто. Так, ну-ка. Во-первых, магистерский щит 24. Двадцать четыре шестнадцать.
24-16, абсолютно идентичные. Тут лучше. То есть щит можно продавать спокойно. Давайте вот этому дадим. Зубы. Цветокарники. Неопознанный шлем. Иди на опознание. Физическая броня телекинез. Одноручный меч. У тебя одноручный, да? Из-за гадюки 9-11, 11-12. Прорубающий урон. Ну такое, плюс пустая ячейка какая-то есть. Маска перевоплощения Фейна. Пять новых навыков. Ух ты. Так, потрепанный капюшон не нужен. Превращение. Ну, по идее, Фейн должен быть таким. Так, одноручный меч неинтересно. Так, давайте мы теперь. Опознать. Так, ага, восприятие призывания. 3-12. Ну, давайте так будем ходить. 6-11. Ну, одень хоть ты пока. Ну, неплохо. Медузник. Так, я что-то нашел, где? Неплохо, я бы сказал. Ищейка. Где мы вообще? Что мы здесь забыли? Не, ну там пока не пойдем. Не хочу. Да, я вернулся. Я хочу тебе кое-что сбагрить. Что нам сейчас уже не нужно. Во-первых, изысканный меч мы пока оставим. Вот тут щит не нужен, капюшон не нужен. С собой таскать это тоже не хочется. Отлично. Так. Так, здесь мы обшарили. Можно, конечно, туда сходить. А, нет, стоп. Какой сюда? Мы еще с фортом не закончили. Ломанулись уже. Колодец. В колодец, наверное, что-то надо спустить. И будет нам счастье, да? Так, во-первых. Да ладно.
Портрет. А че, сколько портрет весит? И где он? 164? Заперто. Подожди. Алло. Пусто. В чем дело, стража? Что здесь делают эти заключенные? Ваша честь, прошу прощения. Видимо, он ускользнул от надзирателя. Эй, ты, кто выпустил тебя из камеры? А ну иди за мной, тебя будут судить, когда... Что здесь происходит? Ну все, достаточно, ты идешь со мной. Не будем спешить, магистр. Пусть это для всех станет уроком. Скажи мне, колдун Истока, чего ты хочешь добиться, врываясь сюда и срывая ход процесса? Брат, не отвечай. Ты должен бежать. Беги! Это гораздо больше, чем просто суд. Это урок. Больше понравится таким, как ты. Не так ли? Скажи, что тебе приходилось слышать о нашем славном деле, об исцелении? Что исцеленным колдунам Истока выходить разрешается? Полагаю, что это правда, но мне еще не приходилось встречать полностью исцеленного колдуна Истока, которым хотелось бы куда-то уйти. Во времена короля Брака это было обычное зрелище, но с тех пор технологией никто не пользовался. Мы должны благодарить Далис за то, что она вдохнула новую жизнь в призванный спасти всех нас инструмент. Ну-ну, поспокойнее, ведь лучше знать, что тебя ждет, чем слепой бросаться в будущее, разве нет? Позволь, я покажу тебе. Мадам, прошу стоять спокойно. Нет, животное, зверь, слизень, пожалуйста, нет! Идеально. Так, исцеленные колдуны. Я понимаю, что тебе сложно все это переварить. Но на твоем месте и я бы стремился... Я не стремился бы к такой участи. Но ты должен понять, что если вашу породу оставить без присмотра, исчадие пустоты уничтожит нас. Всех нас. Эта эльфийка пожертвовала своим истоком. Кто-то может сказать, что в ней угасла искра жизни, но она пошла на это во имя всех нас. Она настоящая героиня. Я бы очень хотел донести до себя нашу точку зрения, друг мой. Это сделало бы твою трансформацию плодотворнее для нас обоих. Но Божественному Ордену не нужно твое понимание, ему нужно лишь твое согласие. Теперь твоя очередь каяться, друг мой. Я очень рад твоему визиту, даже если ты не сможешь этого признать. Может быть, ты поймешь, какую важную роль играешь в нашем спасении. Хорош! Так, и чё? Три хода, два хода. Сколько надо? Жар дракона один.
все картины горят. Как, да, в общем. И так, и так. Проще только дойти, значит. Неплохо. Жесть какая-то. Так, ладно. Надо с этими сначала расправиться. Так, пойдет. Чё он? Пойдет. Скорость. Хорошо. Далее. Вот так сделаем. Бутыль с маслом. Может быть, реально сюда бутыль с маслом швырнуть? Фига себе! Пойдет. Так, тушит огонь. Кровосос. Сколько здесь? Два, да? Ну ладно, давайте вот в этого швырнем. Или в этого швырнуть. Вообще по-нормальному надо вот, вот с этим как-то расправиться. Давайте как-нибудь туда пройдем. Жесть. Вот так вот. В принципе, нормально. Два. Врагам и союзникам нежити. То есть и нашим тоже, да? Это плохо. Нет, 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 нет. Зачем? Что-то их тут прям очень много. Вот
так вот давайте сделаем. Отлично. Супер. Так, 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 заканчивай давай. Заканчивай, сказал. Кто это? Так, пойдет. Теперь. Магистр. Слышь ты, магистр. Давай-ка вот сюда. Пойдет. И... телосложение восстановить. Давайте. Вот так вот. Хорошо. А почему у тебя только я-то, алло? Так, это плохо. Вот это надо будет потом съесть. Так, 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 так. А у Красного Принца ничего нет, да? Восприятие 2. Во! Красный Принц. Пойдет. Промазал, да? Промазал. А что ты хочешь делать-то? Арр. Горение. Фиг с ним. Отлично. Так, все ящеры долбают. Ой-ой-ой. Поднять щиты, да фиг с тобой. Там и стой. Так, пироман, блин. Перекрыт, все пути перекрыты. Это плохо. Так. Так, потом. Хорош. О, минус один. Так, двое там, да. Ну, пока вы забежите, я думаю, мы с этими справимся.
Так, их осталось двое. Фух-фух-фух. Хорошо. Так. Скорость. Ящерки. Окей. И подойдем сюда поближе. Да хорош! Серьезно, что ли? Ящерица. Книга в богатом переплете. Так. Так, да отставить. Вот так. Хорош. Как ж так-то? Отлично. Путь перекрыт. Да ладно, серьезно. Вот так, хорошо. Гори-гори ясно там. Красный принц. Хорош. Так. Двадцать два. Так, ну мне жалко тратить на него все это свое могущество. Давайте вот так вот сделаем. Да как мимо-то, хорош. Еще мимо. Вот паразита. Поднять щиты.
На тебе тогда. Плюс еще вот этого сюда. Ой, хорош. Он его убил, что ли? Вот это было жестко. Давай-ка вот лучше ты пособираешь все вот это барахло. Так, волшебный жезл, воздух. Немота. Двуручная палец. И руна первого уровня. Магистр. Так, что за книга в богатом переплете? Грех истока, грех врожденный. Мы не отмечены этой таинственной силой, созидательной и разрушительной. Неудивительно, что многих она соблазняет ею воспользоваться. Однако есть большая разница между тем, что понятно, и тем, что дозволено. Ну, понятно тут. Бла-бла-бла очередное. Так. Жезл. У тебя же тоже жезл, да? Плюс один интерес, 6-7 воздуха. Ну, узнаете. Наверное, вот так даже интереснее будет. Так, палец. 15-16. Ну, не знаю, по-моему, то получше, который у меня сейчас. Основная рука, двуручный палец. Пес его знает. Малая руна. Ну, изысканный, одноручный. Да нет, ерунда все-таки, мне кажется. Так. Хорошо, кусок плоти. Перчаточки, перчатки у нас у всех вроде. Да, перчатки у нас у всех. Так, жезл. Ну, не знаю. Наверное, так оставимся. Так.
Так. То есть вот здесь тоже можно спуститься, да? Ну, такое себе мероприятие. Ракушка. Пока там не знаю, что. Вы что не ходите со мной? Так, ну и пойдемте тут дособираем. Ложка. Супер. Всю жизнь мечтал о ложке. Зал покаяния. Ну, вроде как все. Только вот здесь еще какие-то, по-моему, сундуки остались неоткрытые. Да, вон там был запертый сундук. О, кстати, вот это еще чуть-чуть не обыскал. Отлично. Каменная броня. Женский портрет. Ну, лучшее время, я согласен. Но было бы интересно. Ага. Ну-ка. Кыш отседа. На коленнике. 4-3. Ну хотя, у нас-то хуже. Что у нас со штанами вообще? 1-5. 3. Что у нас со штанами какая-то беда прям. Со штанами, поясами. Штаны и пояса у нас вообще никакущие. Да и ботинки, собственно. Ну, позвольте, вот этот чем открывается, мне интересно. Заперто. Так, хорошо. Здесь мы, в принципе, все сделали. Вход в пещеру. Бана болото. Ну да, здесь мы тоже все обыскали. Так что давайте убираться. Ну, по крайней мере, форт мы сегодня зачистили. Thank you.
Вот здесь, конечно, еще ребята отдыхают. Их надо бы тоже отправить к праотцам. Так, подожди, давай-ка тут. Давай поторгуем. Дырку стрелы. Revealing the gleaming bone visage of an undead. Так, вот пальцем оставим. Меч мы решили продать. Ой-ой-ой, не-не-не, молоток нужен. Шепнул трава. Молоко. Ну, может быть и поможет когда-нибудь. Кухонный нож. Тут ничего. Здесь малая руна пригодится. Это пока тоже трогать не будем. Ну ладно. Так. Море крови. Таинственная пещера, убежище. Насколько большая эта карта, мне интересно. Тут ничего не найдем. Кроме мухоморов ничего. Так, хорошо, рецепты. Здесь ничего. Маска перевоплощения у нас уже есть, вроде она. Куски кожи. Пища. А, котлы нужны всего лишь. Вот это бы я хотел, конечно, создать. Идол Возрождения. Посмотреть, что это вообще. Свитки тоже не можем объединить. Что можно объединить? Вот интересно. Дождевик. Шептун трава. Картофель, вареный картофель, апельсин, груша, луковиц, сырое красное мясо. Ну, из всего это ужин получается. Так, ладно. Давайте посмотрим по лечилкам. Здесь 15 есть у этого. Ага, у принца ничего нет. Да, хотя бы это пускай будет. Фейн, у тебя яд, шикарно. Ты, есть бутылек, есть ужин. Так, бутыльки давайте проскидаем немножко. Где у нас бутыли-то? Хотя бы так. Давай красному принцу дадим. А то откинется так. Вот так хотя бы. Поровну пускай будет. Вот так уже интересней. Так, ну что, вниз спустимся еще раз. Грендель.
Писк. Так, а у нас ни у кого ведь нет, да? С животными-то говорить. А где это было, интересно? Так, друг животных. Ага. На, друг животных нету ни у кого. Уки-топи. Здесь ничего нету. Ну конечно нет, все здесь есть. Малая руна грома. Ой-ой-ой. Библия ремесленника. Так, стоп. Среднее зелье. Хотя ладно, давай тебя оставим. У тебя все-таки энергии-то побольше. Рецепты новенькие. Ого, 13 штук. Неплохо. Так, а вот эту руну мы сюда откинем. Смотри, как ремонтный молоток, мало ли. Слышь, Ибн Хаттаб. Мне кажется, сейчас драка будет. Мы оставляем трупы, чтобы отпугнуть вас, но вы все равно нарушаете наш покой. Была ли я такой же дурной, когда жила во плоти? Неважно, хозяин сказал, что не пройдет никто. Хозяин? О, наивная душа, если ты думаешь, что я расскажу тебе все по первой же просьбе, ты останешься разочарована всю жизнь, эту и следующую. Она тянется к оружию. Рабы? Я была рабыней брака, когда он разрывал мою плоть с помощью своих машин, а затем проклял вечно охранять эту трясину. Теперь же я сама выбираю, кому служить. Увы, тебе не предложить ничего более ценного, чем то, что... Он мне обещал, а всего-то попросил взамен время от времени убивать живых. Ах так, да. Окей. Головорез, головорез. Вот это лучник, да? То есть, давайте лучников колбасить. Не понял. А где? А где? Пойдет. Так. Спокойствие духа. Чистота разума. Отражено. Так, иди-ка сюда. Стрелок фигов.
лицо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Нет. Давай вот так вот, увечье. И вот так вот. Хорош. Почти убили. Ой, тоже хорошо. Так, пойдет. Посох мага один. Ну. Пойдет. Так. Отлично. Да ладно, мимо. Ого. Увечье. Жесть. И убежал. Вот паразит. Так, рикошетный щит. Отлично. Потом. Давай тебе, потому что что-то на тебя обозлились там все. Три очка недостаточно. Нехорошо. Так. Отлично. Отлично. Отойти-то можно? Ага, можно. Где у меня еще навыки? Куда они все делись? Не хватает, что ли, чего-то? Хорошо. О-хо-хо-хо-хо. Идиот. Новый уровень. Хорошо. Новый уровень — это хорошо. Прям замечательно. Так, кто это? Крит. Так, еще и ты тут, да, мелкий? Ой, как хорошо-то прям. Отлично. А сколько шума-то было?
перо. Господи. Не надо так меня пугать. Так, и у нас новые навыки, что не может не радовать. Так, обмен телекинез. Перемещать предметы, неинтересно. Родство, скрытность. Убеждение. У нас убеждение-то... О, у нас у ящера убеждение 2. Между прочим. Так, лидерство, возмездие, стойкость. Ну, коль уж начали пиротехнику качать. Так, восприятие 14, 10, 10. Фух-ух-ух. Ну, конечно, интеллект нам нужен. Может быть, восприятие еще. Вот так вот. Ну, тут грубая физическая сила. Здесь военное дело. И убеждение. Давай будешь убеждать тогда. Так, телекинез, знание легенд, скрытность, везучесть. Найти дополнительное сокровище. Да, я будешь везучим у нас. Так, что ты у нас можешь? Призыв обязательно просто. И интеллект. Вот так вот. А тебе-то что не хватило? Ну, такое себе развлечение. Дорогая Друдена, Друдена Грифа. Где мы вообще? Гриб земляной язык. О, алтарь странствий найден. Замечательно. А как к нему добраться? Кишки. Так, вот, еще у нас тут пациенты есть. Хорошо. Замедление. Ускорение ящеру. И, собственно, надо ближе подходить. Сколько их тут? 2? Хорош. I sense something nearby. Здесь что-то поблизости есть. Это где это заметил? Так, разлагающийся убийца. Тироман. Замедление, окей. Но, в принципе, особо-то бегать никуда не надо. Ох, как хорошо-то. Так.
никто не нравится, да? Камень не действует. Ну и пес бы с ним. Так, так. Серьезно. Как ты мог так поступить со мной? Хорош. Отлично. Еще чуть-чуть. Так, ты там как у нас? Ух ты. Лечишь, да, паразит? Ну-ка, слазь оттуда. Почему недопустимая цель-то? Алло. Ладно, сделаем так. Отлично. Так, и... Супер. Теперь... Тьфу ты. Действительно, тьфу ты. Двадцать восемь. Хорошо. И все, да, мы ничего больше сделать не можем. Хорошо, я вас понял. 4 очка. Ай-яй-яй. Я и забыл, что там все горит. И пылает. О, вниз побежал, да, маленький. Куда ж ты? А че-то он так сматывается-то? Ну, ящер-то можно дать? Что, ящер недоступен? Давай на себя тогда, что я могу сказать. Да куда ты убежал-то? Хорош. Мимо. Супер. Вот фейн.
Так. Ну же. Отлично. Видишь, ты что тут удумал? Угу. Так, подожди, мертвый магистр. Кишки. Ты слышишь что-нибудь? Что это вообще было? Кто-то меня что-то слышит? Так, по-моему, у тебя тут поясок-то появился. Кишки, болезнь на 3, фиг с ним. Так, прочесть о ящерах. Ничего такого веселого, да? И ты тоже ничего не знаешь. Ну ладно, фиг с тобой. Фух-фух-фух. Так, ну по-моему, что-то мы где-то здесь видели. Еще больше трупов. Ну и хвала богам. Так, а что это такое там? Что-то полезное, значит? Написано, собственно, рукой ее светлости Далис, десницы епископа Александара, сына Божественного. Больше никаких оправданий. Почему вы до сих пор не подавили это восстание? В ваших же интересах отыскать и уничтожить остатки этих искателей, пока вас не постигла судьба Атузы. Оружие короля Истока не поможет нам, если искатели доберутся до него первыми. К счастью, не все из вас бесполезны. Эймс сообщает о перемещениях искателей к югу и востоку от моста, ведущего из форта Радость. Калите их, рубите, жгите огнем. Мне все равно. Главное, избавьтесь от них. Окей. Где мы вообще? Так. Мертвый древко от стрелы. Где-то здесь мы что-то видели. Ух ты. А, это рубаха, да чтоб тебя. Энциклопедии Хуберта, да нафига нужна ваша энциклопедия. Вот так вот лучше будет. Игра сохранена.
Так, ну где-то что-то можно было копать, я же помню. Ты где-то вот здесь сказал это. Или это может быть наверху? Может, вот здесь можно что-то выкопать? Странно. Так, мы вернулись обратно. Ну что ж, ребят, давайте тогда на сегодня с этим закончим. Все-таки достаточно много врагов мы сегодня перевалили. Завалили всех в форте уже. Поэтому сегодняшний день считаю успешным. С вами был Павел. Всем пока. Увидимся на прохождении этой игры в следующей серии.